снится душа, как будто не дыша. Он проводит другой мир, он безусловный кумир, позволяет пройти путь внутри храма. Это суть. Маленькая тайная комната, и ни тепла, ни холода. Настоящее волшебство, здесь живет божество. Осириса душа, еле дыша, не спеша. Осириса душа, движение глаз в сакральном пространстве, вечный взгляд и постоянство. Осирис ждет из теней сумрачных, в тишине сводов прохладных и каменных. Приветлива Осириса душа, вот и страх исчез, и печаль ушла. Не бойтесь изменений, галлюцинаций, инициация приводит к трансформации. Достаточно болезненный процесс, в него готовы избранные в тот конец. В тот конец. Тот конец. Осириса, божественная душа, пришла твоя наконец-то пора. Египетские жрицы и жрецы свои дела делают, не смотри.